Привет-привет! Сейчас я покажу вам, как делать очень быстро клубную укладку, как я называю ее. Если у вас чистые волосы, под рукой есть невидимки, утюжок, лак. Кстати, про лак. Купила недавно лак Nivea Long Repair, лак для волос, роскошь длинных волос. В общем, я купила лак и пенку для укладки. Обалденный лак. Я все время раньше пользовалась Тафтом 3 погоды, или с какой он, да, 3 погоды, пятеркой черной, потому что он супер термоядерный. Но он так склеивает сильно волосы, что потом такой эффект сосульки как будто бы на голове. Потом я наткнулась на вот эту продукцию, она, по-моему, новая, написана новинка, да. В общем, обалденный лак, обалденная пенка, она не склеивает. Я даже вам покажу дальше. Я вот так брызгала просто на волосы и проводила утюжком. И потом после этого я пальцами спокойно провожу по своим волосам. Они у меня не застревают, не запутываются. Очень приятный запах. Знаете, как их обычно пахнет? Крем у них так, пудрой, что ли. Очень приятный запах, в общем, ничего не склеивает, классный, обалденный лак. Всем советую, он, знаете, он как будто бы профессиональный, как в салонах красоты. Вообще, очень он мне понравился. Лак и пенка вообще класс, супер. Пенкой я сейчас не пользовалась, я пользовалась до этого, собиралась и делала локоны, она тоже классная. Тоже не склеивает, очень приятный. Лак тоже очень-очень-очень суперский. Его можно даже вместо пенки просто брызгать и накручивать на локоны, на этот лак сразу сверху. Вот. Вот такая быстрая укладка. Клубный вариант. Даже можно и не в клуб, можно просто куда-нибудь пойти. Тут такой, в принципе, гламурной причесочкой. Да, мой наряд сегодня это вот такое платье. Вечернее. Сейчас покажу вам его поближе. Это оно идет без рукава. Вот так наискось. Вот. Плечо открыто, а здесь есть рукав. Такой принт жар-птица. Здесь такие какие-то стразики. Как будто жар-птица по фигуре. Oh,
Сырты.